Министерство просвещения сообщило о переносе единого государственного экзамена с 8 июня на более поздний период, а ОГЭ в этом году и вовсе отменили. Девятиклассники не будут сдавать обязательные экзамены по русскому языку и математике. Итоговые оценки им выставят на основании годовых. Такое решение обусловлено рекомендациями органов здравоохранения. Окончательные даты начала аттестационной кампании назовут в ближайшее время. Все сроки будут утверждены правительством России и закреплены на законодательном уровне парламентом в ближайшие дни.